С наступлением летних каникул экибастузские школы не прекратили учебный процесс. Вторая школа имени Абая не стала исключением. Здесь 26 мая распахнула свои двери так называемая летняя школа. Занятия проходят по расписанию с 9 до 12 часов. Ученики зачислены в летнюю школу по заявлениям родителей. На сегодняшний день занятия посещают 86 детей. Уроки проходят с соблюдением всех санитарных норм. Ребята рады такой возможности. В учебном году не обошлось без трудностей. Мешали проблемы с интернетом, а темы по предметам становились все серьезнее. В этом году у нас впервые открылась летняя школа. Я очень рада этому. Каждый день у нас проводятся интересные занятия, то есть каждый урок по-своему интересен. Например, сегодняшний урок у нас прошел по программе благодаря приложению Who is This. Мы решали разные тесты, нам использовали новые технологии, то есть интерактивную доску. Например, на доске показывались имена каждого участника и набирали столько очков. Это был какой-то стимул, и нам, каждому ребенку, хотелось набрать больше очков. И благодаря этому было интересно. Мы в школе не только учимся, то есть не только нас обучают, и параллельно мы еще готовимся к ЕНТ. Я очень сильно благодарна нашим учителям, педагогам и директору школы. В летней школе нет оценок и домашних заданий. Занятия длятся по 40 минут. Форма одежды свободная. Главная цель – улучшить успеваемость учеников. Расписание составлено согласно заявлению. В работе задействованы 16 учителей-предметников. Помимо летней школы, здесь работает лагерь «Куншуак». На первый сезон заявки подали 30 учащихся. Чтобы сделать летний досуг интересным и полезным, педагоги школы организуют различные развлекательные мероприятия.